В первый день лета губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил детский лагерь «Спутник» и проверил, как в этом году организована летняя оздоровительная кампания и как отдыхают ребята, для которых путешествие в детский лагерь – это не только увлекательное приключение, но и первый шаг в самостоятельную жизнь. Тему продолжит Наталья Чекет. Детский лагерь «Спутник» находится в деревне Долматово в 3 километрах от Твери. Это одна из первых летних баз отдыха для детей. Первые воспитанники появились здесь в 1919 году, после того, как меценат Илья Смирнов передал свое поместье в дар летнему оздоровительному саду. Сегодня в первую смену здесь отдыхает 160 детей разных возрастов. В этом году у нас 4 смены. Мы работаем всю летнюю кампанию. Тематика первой смены – полет друзей. В первой смене у нас работают ребята российского студенческого отряда. Для всех детей готова интересная программа, развлекательная. В лагере ребят будут сопровождать опытные вожатые, которые прошли подготовку. Благодаря своим навыкам они смогут не только развлекать детей, но и правильно находить к ним подход. Нужно в первую очередь вспомнить, что нравилось вам, когда вы были ребенком, и то же самое дать детям, чтобы они с таким же восторгом вспоминали не то, что всю смену, а каждый день вспоминали, а помните, мы делали это вчера, и что будем делать дальше. И это очень большая ответственность, и главная задача вожатого – вот сделать счастливые дни в лагере для детей. Многие дети, которые сегодня приехали, бывали в лагерях не единожды. Ребята рассказывают, что им все нравится. Очень нравится, еда очень вкусная, вот, потом всякие развлечения тут есть, игры, вот, ребята тут очень дружелюбные, я со всеми очень быстро, ну, подружилась уже. Можно отдыхать, узнать новых людей, познакомиться с ними, вот, позаниматься, узнать что-нибудь новое. Все отряды выстроились на торжественную линейку. Это официальное открытие первой смены в лагере «Спутник». Пожелать хорошего отдыха ребятам приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы Владимир Васильев. В торжественной церемонии открытия приняла участие Валентина Бутакова, самый опытный сотрудник лагеря. Валентина Ивановна более 20 лет проработала в лагере, а сейчас каждую смену проводит патриотические встречи с ребятами. Мне хочется поблагодарить тех, кто заботиться о молодом подрастающем поколении, потому что мы ветераны. Столько уже уходит из жизни, их остается так мало, так мало. Но мы передаем эстафету молодому подрастающему поколению. После открытия первой смены почетные гости осмотрели территорию лагеря. Игорь Руденя обратил внимание на позитивные перемены, которые происходят в «Спутнике». Также глава региона отметил, что в лагере прослеживается связь поколений. Младшие отряды, старшие отряды, у них достаточно большая разница, до 10 лет, но очень интересно, как они все вместе начинают эту смену, как они все вместе уже строят планы на все время нахождения здесь, пребывания. Конечно, для нас, для всех это очень важно, что наши дети растут в наших традициях, в нашей атмосфере. Ну и, конечно, я уверен, что оздоровительные лагеря дадут нам возможность гордиться нашими детьми, которые уже войдут в самостоятельную жизнь. К слову, помощь детям оказывается на федеральном уровне. Об этом рассказал Владимир Васильев. Сейчас предпринимается целый ряд таких законодательных инициатив, уже приняты законы, которые позволяют обеспечить права и интересы детей. 1 июня в Тверской области первая смена открылась в 22 загородных лагерях. В ней смогут отдохнуть около 35,5 тысяч детей. А за весь период летних каникул организованным отдыхом будет охвачено свыше 65 тысяч ребят из Тверской области.